друзья, я в Угодьях нахожусь, но сегодня я не один, со своим другом Михаилом. Он меня любезно пригласил в Угодье. Угодье ему известно, он здесь был. Попробуем сегодня поохотиться на рябчика. Уже такая поздняя осень, и у нас неделю назад прямо заморозки были. Вот нападал снежок, а сейчас уже такая оттепель. Местами он еще лежит, но уже прогалины такие капает. Прям пошло в оттепель. Вот прям мы так посчитали, что сегодня как раз-таки хороший такой день для рябчика. Посмотрим, где он, как сейчас он себя ведет вообще. Миша знает угодье, поэтому здесь вообще красиво. Тут такой сосновый бор. Лес очень большой, территория большая. Есть озеро и есть выход к этому озеру. То есть есть места, где его кормовая база. Ольховники такие растут ближе к самой воде. Речки тут есть всякие. Ну и вот сосны, елки. Где-то сейчас будем ходить искать пищать. Миха там уже собирается, практически собрался. Еще сейчас все, выдвигаемся в путь. Время у нас, ну мы так припозднились прилично. Время около в районе 10 без 15. То есть у них сейчас, наверное, даже будет такой обед. Но мы пока дойдем, пока посмотрим. Все неспешно делаем. Погода прекрасная. Ну где-то, наверное, градуса 2 тепла сейчас. Так что, ребят, в путь. Посмотрим, что принесет нам эта охота. Вот, и не пуха. А вот речушка эта, Мих. Мосточек. Ух ты, вот озеро. Но мы потом выйдем к озеру. Тихо-тихо. Дятел. Потом, не, просто глянуть, а вдруг сидит где? Дятел. Это черный, желунает. Ну да, дятлы. Я думаю, они сейчас миг туда, куда-то глубже. Да они услышат. На днем они оттуда, причем пешком приходили. Ну пойдем. То есть ты хочешь сказать, туда нам не надо идти? Ну оттуда надо выманивать, если они там. Ну давай рассосемся тогда, я так же самкой буду, да? Ну пошли вон под ту елку сядем. Ну как-нибудь оттуда, я, может быть, вот туда вот. Оттуда, в общем, со всех. Давай ты тогда сюда, я в тот угол вот сяду. Угу. Будем пробовать. Пойду. Опа. Вот так. Люпин. Угу. Люпин, да? Деревенька такая прям на фоне этого озерца. Сразу так хочется куда-нибудь туда, в баньку. Да? Прям дымок из трубы. Вот, люпин опять. Ну, большое такое озерцо-то. А вон, смотри, летит же утка. Вон она. Вон, вон, пошла, вон, вон. Вон.
Вон пар, раз, два, четыре, вон они летят. Миха, у меня лодка есть. Где она тянет? Ну, судя по этому, по фаротеру летает. Да, это северка. Вон падает. Ага, упала. Одна полетела дальше. Ну, а местная тут не живет. Тут, видишь, не особо где таких заводей нет. Ну да. Открытая вода, это перелетная. А там на дамбе вон, видишь, там кто-то есть. А вот это... там вот смотри, кто-то плавает еще. Где? А, вот там. Там три утки плавают северных. Даже четыре. Далеко, но плавают. Тут горело что-то, я смотрю. Насколько трава старая, что ли? Да. Вот как такой полосой горело. Они, видать, внизу вот так вот прошла какая-то полоса. Да, и вот это все вот по эту полосу горело. Обалдеть. Вот такой вот сосновый бор здесь, конечно, это красотища, ребят. Прям вообще как это корабельные такие практически. Все как бы вот по наличию рябчика говорит. Речка есть, водоем этот есть, этот ольха есть, там растет. Вот. Елки есть. Елки, где они прячутся. То есть вот это если. Да кто взлетел? Прям из травы куда-то дождь. Ты прям слышал? Mm-hmm. Как успехи? По рябчику-то? Здорово. Здорово. По зайчику? Да мы по рябчику. По рябчику? Ну. А что, по зайцу-то? Да ну. На даче гоняет, блядь, а на даче хор разобрать. А. На даче иди. Понятно.
сюда вот сяду сейчас и все это прям на углу. А ты попробуй туда пройди. Есть, есть, ребят. Вот так вот есть. Пойдемте смотреть куда-то туда, да, вот он. Ну, где-то здесь, да, Мих, упал. А у тебя ты с той стороны не очень видно было, да? А он за деревом, да. А, вот оно лежит, красавчик. Перо. Вот он. Молодой петушок, да? Вот они, полосы, вот эти. То есть вот если их, Миш, если их нету, да, то все, это значит уже как бы матерый самец. Ну, чем меньше, тем лучше, тем старше. Чем старше, а тут вот их много, значит, это вот этого года, скорее всего, да? Угу. Этого года. Ну, выводок их два села. Ну, вот такой петушок. Я вот так вот между ж вот этой сосной и вот этим, я еще думал, боялся, что это может быть... Дробь прям в дерево попадет, а у меня оказался контейнерный патрон. Раскрылся позже, и за счет этого он и упал. Будем думать, что он вот тут вот сидел, вот на этой вот. Да, да. Осине, да? Угу. Где-то тут. Ну, где поздравления-то? С полем. Спасибо, спасибо, дружище. Мих, теперь тебе надо обязательно обряпчиться. Сейчас обойдем, добудем. Да, сейчас давай вот сюда вот загнемся. Угу. Туда куда-нибудь недалеко отойдем, сядем. Они успокоятся. Да, минут 15 они уже будут. Да. Все, ребят, вот такая, такая удача. Все, сейчас пойдем, надо Миху, Михи наманить. Погнали. Вот он. Шум, красавчик. В общем, один есть. Мы сейчас решили, они вот там, они сидят, они до сих пор отвечают. Мы с Михой решили обойти немножко, чтобы просто вот это место в памяти у них отложилось. Хотя, в принципе, я бы здесь был. Миш! Мих! Сюда! Без 20 час. И... И вот без 20 час они их туда сел, а я куда-нибудь сюда бы сел. Вот, вот, вот тут-то они живут в этом его. Да. Так, они тут и живут. Сейчас я найду местечко здесь, сяду мне. О,
Миха отстрелялся. А я не слышал, я сижу. Пойдем посмотрим. Да. Миха отстрелялся тоже. Я вообще только сел. А он у него же... А он у тебя там уже сидел, да, оказывается? На бегу? На лету? Думаю, сейчас улетит, его черт потом... Вот это красавчик! Вот видишь, вот он... Борода, да. Молодой, борода. Молодой тоже, да, видишь, эти полосы есть, вот эти вот, да, полоски. Второй маховый, вот эти вот пунктиры. Ну это же тот же выводок, да. Вот молодой, у него уже борода. Да. Брови, с полюшком, дружище. Ну вот, вот. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Летел высоко, блин. Прям он откинул, да? Да? А он сел или ты просто на лету? Летел, нет, он летел. Я... Летел, потому что ты слышал, да, отсюда что же еще? А это он и был, вот он там свистел. Ты думаешь, что он облетал? Он стал перелетать. Он облетал? Да, он пошел, сел бы куда-нибудь, хуй знает куда. Нет, а я... Подожди, а я слышал, оттуда еще какой-то отвлеч. Это он, да? Летел где-то, вот где кривая сосна, вот на... И упал вот в кучу вот эту. Ага. Вот такие. Ну все тает, все, снежок тает. Прогалина, все. Ну есть еще. Для зайца у нас пока рановато, да, Миш? Ну, какой-то это... Гриб. Это маховичок, да. Сосны, красота. И запах, воздух. Вот вам, пожалуйста. Вы все тайга, тайга. Вот чем вам вот тут не лучше? У нас тоже все есть. Юг, это точнее у нас восток, да, получается? Ну, относительно Карелии юг. Юг, да. Относительно севера юг у нас. Пожалуйста, вот, ребята, сосновый бор, там озеро, ну, чем вам не тайга? Ну, мусор, да, это как обычно. Вот, смотри, тоже какие-то старые. Мухомор, вон. У нас единственное, что прессинг человека больше, конечно, чем в таежных районах. Да, они с опаской отлетают из района. Да, дичь у нас такая осторожная, поэтому... Пару добытых рябчиков – это уже удача. Вон, шишек полно. Теща насобирала на огороде шишек для самовара. Заваривать, да, самовар – самое милое дело. Топить, ага. О, шишки какие красивые. Можжевельник где-то вот я тут видел, произрастал. Ну что ж, ребят, закончилась наша охота. Добыты вот такие два красавца рябчика. Мих, с полем. С полем? Да. Вот, охота, я считаю, удачная. То есть вот прям как-то мы нашли такое место, да, вот там глухой такой ельник, где рябчик-то и сидел. И прям вот прям чуть его, вот, да, что ну долго. Да, ты хотел елки, вот тебе елки. Вот мне елки, пожалуйста, да. Вот, а потом напротив такой вот пролесочек идет, как бы говорит, немножко редколесье смешанное. Вот туда, видать, они перелетают кормиться. И пока я там снимал птичек, природу, я говорю, Мих, ну давай постоим, попищим немножко. Вот в этом месте, собственно, мы, они и были добыты. Ребят, ну вот такая охота получилась удачная. Это уже такое получается, да, у нас практически поздняя осень, ноябрь месяц. Вот, я думаю, что, ну еще, наверное, да. Утки еще летают. Вот, утки, да, как вы видели, еще летают. Это уже северка. Пока утка сидит, но недолго. Я думаю, что вот эта неделя еще пока тепло, но она уже соберется и улетит. Поэтому по утке, скорее всего, у меня уже все, наверное, не получится. Вот. Ну, будем еще встречаться. Мих, спасибо тебе, что пригласил. Вот. Угодье очень красивое, без вопросов. Вот. И уже, ребята, увидимся. Ну, надо будет на пушнину переключаться. Вот. Уже по зайчику, да, будем гонять. Вот. Так что увидимся. Все. Большущая всем удачи, как обычно. Ни пуха вам, ни пера на охоте. Побольше все-таки трофеев. Это приятная очень охота, ребят. И
прогуляться по такому бору сосновому, по лесу, по воздухом подышать. Вот зачем, собственно, ходим. Ну а уж если вот, так это вообще красота, ребят. Так что ни пуха, ни пера вам всем, и пока, увидимся.